целая часть, есть две целых части и есть целая часть 2х. Скажите, пожалуйста, они равны? Меньше или равно? Больше или равно? Как вы считаете? Какой из этих трех знаков всегда верен? Нет, понятно, что бывает ситуация, когда просто все три знака верны. Например, если x равно нулю, то это 0 равно нулю, и меньше или равно, и больше или равно, все замечательно. А вот, всегда да. Меньше или равно. То есть вы считаете, что вот это я написал зря, да? И это я написал зря, а на самом деле так? Ну, так будет всегда. Отлично. Все. Так будет всегда. Тогда давайте сделаем так. Во-первых, можете ли вы показать мне, сказать число, когда вот это неверно? Когда x равно 2,1. X равно 2,1. Целая часть это 2, дважды 2, 4. Здесь 2 умножить на 2,1, это 4,2, тоже 4. Нет, все правильно. 2,75. Вот. Если другая часть больше, чем половина. Молодец. Ну, давайте, для примера, 2,75. Тогда, чему равна целая часть? Двум. Дважды два это сколько? Четыре, да. А 2 умножить на 2,75 это? Это уже 5 будет, 5,5. А целая часть от 5,5 это? 5. Это 5. 4 больше или равно, чем 5, что? Нет. Неверно. Значит, действительно, вот это все надо просто стереть. Так. Все поняли? Да. Все поняли, точно? Да. Я просто, это называется контрпример. Смотрите, когда у вас есть какая-то теорема, и вы показали число, для которого она неверна, то дальше уже не нужно мучиться. Все, она уже неверна. Мы ее просто стираем, забываем, все. Так, теперь, кстати, а заодно мы разобрались и с этим. Согласны? Да, потому что там в одном месте было 4, в другом месте было 5. Да, вот здесь было 4, здесь было 5. Значит, если я хоть в чем-то был прав, то надо вот такую штуку доказывать. В первом варианте у нас обрезается одна дробная часть от x. Да. А в правом варианте две дробные части. А нет, оно не так должно быть. Да, поискать. В первой части у нас просто считаем число x, да. Именно целое число, умножается на 2. А в другом варианте у нас может еще перебороться за следующее число, потому что мы умножаем еще до этого. Давайте я пытаюсь всем объяснить. Ребят, жило было число x. Оно состояло из его целой части и чего еще? Дробной. И его дробной части. Вот это вот число целое, а вот это вот число, давайте обычно так обозначают, 0, 1. Здесь ставят круглую скобку в знак того, что единицы не бывает, а здесь квадратную в знак того, что 0 бывает. Оно больше или равно 0, меньше единицы. Так, если вы что-то боитесь этих обозначений, давайте я напишу попросту. Это есть А плюс Б, где верны такие условия. А – это число целое, Б – больше или равно нуля, меньше единиц. Это все поняли? Угу. Так, просто быстро в тетради напишите. Х равно А плюс Б, А – целое число, то есть на самом деле А – это целая часть х, да? Целая часть в точности А. А Б это вот та дробная часть. Это Б. Так, отлично. Теперь вопрос. Во что превращается вот это неравенство? Что такое две целых части х? Как вы считаете? Да. Две целых части это 2 умноженное на. Абсолютно верно. 2А. А теперь очень важная вещь. А что такое целая часть 2х? Это 2а плюс целая часть от 2. Это 2 плюс 2b вообще. От чего надо взять целую часть? От 2. 2а целое число. 2а целое, так? Да. И поэтому оно просто выносится. Целое число, оно
просто выделяете целое число. Плюс что? Плюс еще 2b. Плюс целая часть числа 2b. Смотрите, какая идея. Целая часть от 2b, где b от 0 до 1. 2b. Вот b от 0 до 1. 2b. Какое? 2b. От нуля до двух. Причем двойка не бывает, да? Да. Замечательно. Значит, целая часть 2b чему может равняться? Целая часть 2b может равняться, ну, от нуля. Может нулю. Может. Если случайно 2b будет маленьким. Да. 2b меньше единицы. А может уже быть больше. А может единицы. Если вот оно это, больше. Вот эта часть, это то ли 0, то ли 1. То есть смотрите, у нас вот это вот две целые, вот эта часть левая, это просто 2а. А правая часть это что? Это 2а плюс... или 2а плюс 1. Две целых части х это 2а. Договорились? Угу. Целая часть 2х это 2а плюс целая часть 2b. При этом 2b. Число от 0 до 2. Значит, эта целая часть это то ли 0, то ли 1. Так? Значит, всегда меньше или равно? Да. Всегда. Потому что 2а слева, а то ли 2а, то ли 2 плюс 1 справа.